Здравствуйте, друзья! Сегодня случилось событие, которого мы все очень долго ждали. Мне часто писали, спрашивали: Юра, как там секретное слово? И вот, ребята, оно уже работает 3 дня, и я сегодня здесь вам покажу и расскажу о ней. Давайте сначала как сюда пройти. Это Пионерский проспект, вилла Валерия с левой стороны. И вот сюда проходим, вот до Белой Газели, поворачиваем там направо. Гриль-бар будет для вас тоже ориентиром. Также можно по гостевому проезду пройти, вот переходим Пионерский проспект и чуть-чуть влево. И там также будет поворот, и пройти до этих ворот наши люди. В общем, друзья, все рядышком. Здесь вот видите надпись «Олимп». 2 звезды, 1 оторвали. И поворачиваем направо. Идем до красной двери. Прикол, слева открылась еще до столовой, которая делает закос под нашу бабушку. И говорят, что они готовят вкуснее. Блин, ребята, это культовая столовая, куда люди, чтобы вы понимали, написали: Юр, нам снимать в этом году отель поближе, чтобы ходить сюда кушать. Давайте зайдем, глянем. То есть для тех, кто любит там камерность, чтобы красиво все было, ребята, отключайте видео, это не для вас. Для тех, кто любит вкусно, классно поесть вам со мной. Цены, они не изменились с прошлого года, все осталось точно так же. Режим работы вы можете увидеть. Подходите к этому времени, открываете дверь. Врываетесь. Я сейчас пришел в 11 пораньше. Тут бывают очень большие очереди за вкусной едой. То есть, ребят, все закрыто, накрыто. Они готовятся потихонечку к обеду. Давайте пробежимся по меню. Яйцо вареное на 10. Здесь пекинская капуста, салат за 50. Из помидор, огурцов 50. Вот это салат за 50, ребята. То есть он большущий. Суп грибной 80 порция и пол порции за 50. Половинка порции, чтобы вы понимали, 50 рублей стоит. Суп вермишелевый то же самое. Вторые блюда, гуляш с гарниром. То есть вот у нас пюре с картошкой за 150 рублей. Я вам клянусь, вы вдвоем ее замучаетесь есть. Очень большая. Люля-кебаб с гарниром примерно так же. Отбивная. Голубцы 2 штуки 100 рублей. Голубец вот у меня один. Вы можете тоже посмотреть. Тоже очень большущий идет. Плов 150 рублей. Картофельное пюре 50 отдельно. Макароны 50 отдельно. Сосиска в тесте за полтинник. Булка с ананасом 50 рублей. Запеканка творог со сгущенкой 60. Блинчики с творогом с мясом 1 штука 35 рублей. Сосиска в тесте 50 и оладьи 3 штуки со сметаной 40 рублей. Сок за 25 рублей. Хлеб кусочек 2 рубля. Порция, думаю, вы как поняли, огромная. Вот, допустим, отдельно про гуляш, можно сказать, это гуляш с говядиной, и такую говядину вы, наверное, ели только в детстве, потому что она готовится по СССРовским рецептам. Все очень вкусно. Видите, прозрачнейший бульон и... Одно удовольствие на все это смотреть. Просто восхитительно, ребят. Очень круто, когда у людей есть дар просто вот так вкусно, классно готовить. Ребята, я не думал, что настолько мне зайдет грибной суп. Это просто восхищение. И ко всем просьбам большущие. Если вы здесь ели, пишите, ребят, свои отзывы, чтобы все увидели, насколько это место популярно. Сколько людей здесь кушает. Многие даже не здесь едят. Приходят со своими посудками, набирают и кушают дома. Порции просто настолько большие, что выходит очень вкусно, недорого. И люди приезжали сюда, специально селились рядом, чтобы просто здесь есть. Те, кто не был здесь, меня просто, о чем я рассказываю, наверное, даже не поймут. Сидит где-то, не понятно. Ничего такого прям вау-эффекта, а тут еда просто нереально вкусная. Давайте следующее блюдо. Голубец. Разрезаю, и с него уже пахнет мясом. Еще хочу кусочек. Потом вам расскажу. Это просто что-то с чем-то. Реально воспоминаю, знаете, из детства. Еще одно блюдо ушло. Перейдем к самому вкусному. Изюминка. Огроменная порция говядины. Вот. Попробовать. Это реально говядина, то есть это очень вкусно. На во рту распадается на волокна. Кто не ел такой гуляш из говядины, полжизни потеряли. Какая подлива. Ваше здоровье. Давайте еще напоследок попробуем. Очень интересное сочетание с горошком. Свежие овощи, помидорки, кстати, розовые, вкусные. Не дешевый, красный, топчик. Частоты работы челюстями, я же начинаю потеть, это вкусно, горячо. Пюре, самое вкусное вот за это лето, отвечаю, вот, ел во многих местах, но это самое вкусное. Вот так с подливкой перемешать. Если мужик съест вот такую порцию, он ест вообще до отвала. Цена 150 рублей, шаурма стоит 180, самое дешевое. А здесь мясо, картофель, подливка, вот так. Теперь мы это все запиваем, я реально это все съел. Знаете, в чем класс? Очень часто слышу от людей: вот там уже стали невкусно готовить, а здесь все так же стабильно. Ваше здоровье. Самое главное, ребята, не перепутайте двери. Запомните этот цвет. Вот такая вот вывеска и больше ничего. Адреса нету, к большому сожалению. Я вам не могу более точно сказать, что вот вы к нам приехали. Но я сделаю круче, я вам дам точку на карте. То есть вы ее найдете именно по координатам. Вот в соседнюю. Наши люди пойдут тем людям, кого мы любим.
Давайте-ка посчитаем, сколько вообще у меня чек-то получился. 150 у меня выходило самое дорогое блюдо. 50 рублей рыбной суп. По-моему, 50 рублей салат. 25 рублей компот. И голубец сколько там? Ну, голубец был лишний, вообще не нужен. То есть суп, гуляш, салат, компот мне вышел на 275 рублей. Я водоотвал объелся. Ребят, вы столько не сидите. Отвечаю, 275 рублей. Это еда на двоих. Отвечаю. Попробуйте. Если кто ел, пускай подтвердит мои слова в комментариях. Стабильность реально признак мастерства. Как я благодарен, ну, вот, за то, что сейчас ощутил этот вкус из детства. Это ни с чем не сравнимо. А вас жду в комментариях. И, пожалуйста, отправьте всем своим друзьям, товарищам, кто едет на отдых к нам. Давайте поможем нашей любимой бабушке, чтобы у нее все было хорошо. И у наших отдыхающих были великолепные воспоминания. И плюс вот такие вот секретные места. Это фишечки нашего канала, друзья. Всем пока. Жду вас в комментариях точно, чтобы написали.